Дорогие украинцы, в эти минуты в центре Москвы проходит митинг в поддержку террора и крови на вашей земле. Нет никаких сомнений, что федеральные СМИ покажут его и выставят то, что там звучит, за мнение большинства, подавляющего большинства москвичей. Мы собрались здесь для того, чтобы показать вам, что это не так. Мы лишь крохотная часть тех, кто солидарен с вами. Мы собрались за несколько часов здесь, в знаковом, наверное, для вас месте. Это памятник Тарасу Шевченко. Собрались для того, чтобы выразить вам полную поддержку в той борьбе, которую вы ведете, в борьбе за принципиально иное будущее, за свободную, справедливую Украину, за независимость от путинской России. И в конце концов так получается, что и за нашу независимость тоже. Мы передаем сердечный привет Киевскому Майдану, всем организациям, которые там стоят до сих пор и, надеемся, будут стоять. И желаем всем добровольцам, которые отправились защищать Донбасс, в том числе и от российских наемников, вернуться домой живыми. Вы обязательно победите, потому что за вами правда. Слава Украине! Героям слава!